В воскресенье 3 февраля в спортивном комплексе «Портовик» собралось едва ли не полгорода. Финал Кубка города по футзалу. Интрига месяца, бой таможенника и сигнала сильнейших команд высшей лиги. Напомню, что в полуфинале таможенник обыграл Евромоду, а сигнал – Таврию В. Перед игрой обе команды были настроены только на победу. Трибуны ревели, болельщики срывали голоса, выкрикивая названия своих команд-фаворитов и указания, как поступить игрокам, которые все равно никто не слышал в общем шуме. Да и игра способствовала такому накалу страстей. Счет долго держался ровным 4-4, и уже на самых последних минутах матча удача решила отвернуться от таможенника. Два стремительных гола в их ворота и финальный свисток. Счет 4-6. Сигнал чемпион. Оксана Картельян, веб-студия «Курьер».